Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу вам, почему же волосы быстро жирнеют и что с этим делать. Наверняка все люди хотят иметь красивые и чистые локоны. Но, к сожалению, многие сталкиваются с преждевременной жирностью волос. Что же делать в таком случае? Мыть голову каждый день или искать корень проблемы? Лучше, конечно, понять, почему так происходит, и избавиться от жирности. Итак, первая возможная причина жирности волос. Вы моете голову слишком горячей водой. Горячая вода ускоряет работу сальных желез. Если вы не контролируете температурный режим, волосы будут быстро загрязняться и терять объем. Лучше всего мыть голову прохладной водой. Вторая причина. Вы промываете волосы шампунем только один раз. Намылили голову шампунем один раз, смыли и все? Эксперты говорят о том, что если вы моете голову 2-3 раза в неделю, то очищение головы шампунем дважды обязательно. Первый раз вы очищаете кожу головы от сальности и укладочных средств. Второй – обогащаете полезными веществами. Третья причина – вы используете слишком много косметических средств. Большое количество кондиционера для волос или нанесение его на корни приведет к быстрому загрязнению головы. Чрезмерное увлажнение только спровоцирует повышенную жирность. Ну и четвертое – у вас есть проблемы со здоровьем. Если предыдущие рекомендации и специальные косметические средства вам не помогают, возможно, причиной жирности волос являются проблемы со здоровьем. Проблемы с волосами могут говорить о нарушении работы нервной или гормональной систем, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и наличии инфекций. В таком случае лучше обратиться к врачу. Итак, правильно следите за кожей головы, ешьте здоровую пищу, минимизируйте стресс, и ваша проблема будет решена. Надеюсь, информация была вам полезна. Приходите снова на канал. Всего вам доброго!